Здравствуйте, друзья! Мы сегодня сделаем растяжку для ног по просьбе зрителей нашего канала. Ноги приоткрыты, прямо, стопы к себе, руки сейчас собраны наверх, вытягиваем полностью, спину надо вытянуть вдоль, на выдох вперед. И опустили руки вниз. Глубоко вдох. На выдох колено вытянем. А спина круглая, расслаблена? Спина вытянута. Да? Да. А если не опускаюсь? Вот столько получается. Окей. Глубоко вдох. Стопы к себе. Еще раз глубоко вдох. Колено вытягиваем, стопы к себе. Глубоко вдох. Спину выпрямляя. Руки наверх, вдох. И опустили. Выдох. Все то же самое. Теперь ноги соединяем друг с другом. Руки на замочек. Глубоко вдох. Спину вытягиваем. Вдох. И попу назад. Спину выпрямляем. И вперед. Сколько можем. Руки вниз опустили. Спину вытягиваем. Глубоко вдох. На выдох колено вытягиваем. Глубоко вдох. Стопы к себе берем. Еще раз глубоко вдох. Колено, стопы к себе. Колено вытягиваем, стопы к себе. Глубоко вдох. Спину выпрямляем. И макушкой наверх, вытягиваем спину. И опустили выдох вниз. Теперь мы правую ногу оставляем, да? Загибаем колено выворотно и вот ноги. Опять же то же самое, да? Глубоко вдох, руки наверх, вдох, спину выпрямляем. И вперед. И руки опустили вниз, вдох, концентрируемся не спину, а на ногу, выдох, стопы к себе, и вдох, и колено вытягиваю, выдох, и вдох, выдох, и вдох. И выдох, руки наверх, вдох. И выдох. Опустили. Теперь мы левое колено вот так вот. И заворачиваем. Да? Если чуть-чуть ощущение у вас левая ягодица сейчас поднимается, да, больше веса на левую сторону сейчас будем делать. Руки наверх, вдох. И вперед. В левую сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Наверх. Вдох. И опустили. Вниз, меняем. Все то же самое. Теперь левое колено вытягиваю, правую ножку сверху. Спина вытянута, руки собраны наверх. Вдох. И вперед. Выдох. Глубоко вдох. И выдох. На выдохе к себе носочки. Да, вдох, стопы к себе, выдох, вдох, и выдох, и вдох, и выдох наверх, оп, спину выпрямляем, полностью выпрямляем, и опустим.
опустили вниз. Теперь правое колено загибаем подъемом. И пятка рядом. Руки. Оп. И опускаем вниз. Да, больше веса сейчас в правую сторону. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И наверх. Мне чуть-чуть стыдно, ты так красиво делаешь, а я такой корявый. Выдох. Какая разница, все равно тебя тянет? Да. Самое да. главное. Да. Если работает, да, главное. Теперь мы загибаем левое колено выворотное, правую ножку вот так вот. Вот так вот обнимаем. И коленку поднимаем. Теперь правое колено вот так круг. Раз. Кружочек. Два. Три. Четыре. Пять. Обратно. Раз. Мы под колено подготавливаем. Два. Три. Четыре. И пять. Теперь. Левая, взяли пятку правую и вытягиваем. Руку назад и выдох. Фу, раз, два, три, четыре, пять. Глубоко вдох и ногу ближе, выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Глубоко вдох и выдох. Раз. Два, три, четыре, пять. Опусти. Меняем. Обняли. И кружочек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Обратно. Раз. Два, три, четыре и пять. Правой рукой пяточку держать и вытягиваем. Раз, два, спину постарайтесь вытягивать. Три, четыре, пять. Вдох. И раз, два, три, четыре. Вдох и раз, два, три, четыре, пять и опустили. Вот так. Теперь мы да, колено вот так вот обняли и пятку вот, обняли. Так. И туда сюда. Раз, два, три. Четыре. Поболтаем. И пять. Теперь выдох. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Меняем. Опять что-то тяжело стало. Вот когда тяжело становится, Илья Леонидович, что будет такое? Да, обнимаем. Вот. И какой длинный ног. И так. Два. Три. Четыре. Как ребенок. Пять. К себе. И выдох. Раз. Два. Три. Четыре. И. Как тебе? Хорошо. Хорошо? Да, дальше идем. Теперь колени. Некоторым будет очень больно, некоторым нормально. Да? Правое колено с
согнутая, правая нога вот так подъемом лежит, левая ножка, да, вот, да, начинаем мы где-то с середины икры и попой вниз садимся, весом прямо, попой вес. А икру больно? Да, массаж. И делаем так. Правая, левая чуть-чуть. Правая, левая. Ой, правая, левая. Правая, левая. Правая, левая. Теперь под икры. Чуть-чуть ниже. И опять же. Сесть. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Пять. Опять правая, левая. Кажется, когда мне больно, я сразу смеяться 4, начинаю. Пять. И оп. И оп. Чуть еще ниже. Да? И садимся. Когда, например, много прыжков было в классе, или там много ходили, икра болит, или на полупальцах долго стояла, вот это хорошо. И правая, левая. Вот так. Боже. Ну, хорошо. У кого нету, например, некоторые есть валик, нужно на валиком. Но если нет ничего, вот так можно помассировать. Но регулируете весом, да? Боль, сила или меньше. Да? Меняем. То же самое. Я не ожидал, что будет так больно. Да? Садимся на икру. Оп. Раз. Четыре, пять. Правая, левая, правая, левая. Два, три, четыре, пять. Чуть ниже. Оп, а ты уже совсем низко. Икру само-то не тянулся. Чай-чай-чайц. Раз, держим. Два, три, четыре, пять. И чуть-чуть. Правая, левая. И четыре, и пять, и теперь и ниже, вот, один раз, не совсем ахилла, да, ахилла осторожно, туда нельзя, да, выше ахилла, под икры, раз, два, три, четыре, пять, право, лево. Хорошо, чуть-чуть помассировали, теперь мы садимся на корточки. Руки внизу и стараемся вытянуть ноги, пятки в пол и колено вытягиваем. Раз, два, три, четыре. Прямо пальчики от пола подняли. Пальчики. Только пальчики. Раз, два. Колено вытягиваем. Шопу назад. Три, четыре. Очень хорошо тянет. Пять. Да? Медленно, круглой спиной. Мы поднимаемся. Поднялись. Правую ножку назад. Оп. И загибаем колено. Колено вперед не уходит. У нас колено линии пяточки. И стараемся пятку прижать к полу. Бедра ровно. Раз. Два. Тебе надо будет шире открыть. Вот. И прижать. Вот. Так, если чуть-чуть ножку не тянет, да, амплитуда больше, чуть шире, чтобы пятка чуть-чуть ощущение приподнималось, и вы могли прижать к полу. Раз. Под коленом тянет. Два. Три. Четыре.
5. И еще больше колено загибаем. Раз, два, три, четыре и пять обратно. Меняем. И загибай колено. Оп, пятка в пол. Раз. Да. Самое главное, не отклячиваем зад. У нас подбираем пупок туда наверх. В спине прижимаем. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. И пупок. Вниз. Теперь опять корпус вниз. Руки стараемся на пол. Призагибаем колено и правую ножку назад. Угу. Теперь левой рукой держим колено и корпус поднимаем и наверх. Оп, пупу подтянуто. Я касался, как был раньше. Два. Коленка, оп. И на подъем. Четыре. И руки на пол. Левое колено вытягиваем. Правда. К правой ноге вес переносим. Левый носочек себе. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Обратно вес переносим. Левую руку мы поднимаем, раскрываем. Оп! Если тяжело взять носочек, руку отсюда. Если легко, там мы берем носок и тянем. И пятку левую, да, ближе к попе. Раз. Очень ляжку тянет. Два. Три. Четыре. И... пять. Вернулись. А? Руки на пол. Оп. И медленно поднимаемся. Да, опять вниз корпус. Руки на пол. Левую ножку. Хоп. Загибаем. Правое колено. Правую руку на колени, поднимаем корпус, живот в себя, взгляд прямо. Раз, два, три, четыре, пять на колени. Да? Раз. Что такое? Все хорошо. И руки опять на пол, и стопы к себе. Левой ноги на правую. Оп, корпус опускаем. Если можем, мы берем носок. Если тяжело, остаемся в этом положении. Оп. И ближе к себе. Два. Три. Четыре. И пять. Опускаем. И руки на пол и обратно возвращаем. И взгляд прямо. Да, руки на колени. Спину выпрямляя, колени давим. Попу назад. Раз, два, три, четыре. И вытягиваем. И пять. Все. Отлично. Прекрасная растяжка. Спасибо большое. Я пару раз, мне там вот массаж икры был, такой очень ощутимый. Я не ожидал.
Зато ноги мне легче, например, сейчас шестак. Класс, спасибо большое. Друзья, оставьте, пожалуйста, комментарии обязательно, что вы хотите еще, какие растяжки, что вам больше нравится и какие у вас есть вопросы. Понравилась вам растяжка? Ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь нашим каналом со своими друзьями.